Добрый вечер. В ночь на 27 сентября в Латвии будет ясное небо. Во второй половине дня будет солнечно, однако, возможно, небольшая облачность. Температура воздуха в ночные часы составит от плюс 6 до плюс 10 градусов. В среду днем столбик термометра поднимется до отметки в плюс 16, плюс 18. На морском побережье потеплее до плюс 20 градусов. Ветер слабый. В латвийской столице этой ночью ждем плюс 8, плюс 10 градусов. После полудня в Риге ожидается до плюс 18. Всю среду будет солнечно и почти безветренно. Медицинский тип погоды второй благоприятный. На этом погоде все. Всего доброго и до свидания.